Весна началась и в Ивановском зоопарке. У романовской овцы по кличке Роза появилось потомство. Самка принесла двух ягнят – мальчика и девочку. Малыши чувствуют себя хорошо. Через неделю в их рационе появится сено. Сейчас они питаются только материнским молоком. Чуть позже в меню добавят комбикорм и различные витаминные добавки. Скоро мамой станет еще одна самка этой породы. Это дочь этой вот как раз овцематки – прошлого помета, то есть тоже ждем вот со дня на день прибавления. Ну, у нее первый окот, поэтому, скорее всего, не больше трех будет ягнят. Малыши уже полюбились сотрудникам зоопарка. Мальчик очень пугливый и робкий, а девочка подвижная и активная. Раньше романовская порода овец считалась вымирающей, но популяцию удалось спасти. Ягнята, которым еще не дали имена, в Ивановском зоосаду не останутся. Их отправят в другие питомники страны. Потомство принесла и пара енотов. Крошки-полускуны появились на свет всего 3 недели назад, но их уже забрали в частный питомник. У нас родились 13 числа 2 енотика, по полу мальчик и девочка. Их вчера вот на возрасте 3 недель забрали в питомник, чтобы они в таком раннем возрасте забирают, чтобы они были ручными. У этой пары второе потомство. Первое потомство было, естественно, в прошлом году. До этого у нас очень долго не было енотиков, а сейчас вот они стали рожать. На этом бэби-бум в зоопарке не закончится. До лета потомство принесет камерунская коза, европейская лань, самка яка, 4 овцы грозненской породы и самка пятнистого оленя. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.